Участники народного курултая требуют привлечь экс-президента Атамбаева к ответственности за создание коррупционных механизмов и узурпацию власти. Они считают, что суды сейчас живут по правилам Атамбаева, а люди, которые могут этому противостоять, сидят в заключении. Он должен отвечать перед законом, и все эти средства денежные должны быть конфискованы. В Бишкеке начали наводить порядок при размещении наружной рекламы. БГА разрабатывает дизайн-код города. Правила запретят предпринимателям заклеивать окна помещений рекламными растяжками, крепить вывески между окнами первых и вторых этажей домов, а также на балконах. Синоптики распространили штормовое предупреждение по Кыргызстану с 26 по 28 марта. Ожидается неустойчивая погода, на большей части территории временами дожди, а в некоторых районах снег. Будьте внимательны.